Вынос Odyssey Element Revo 3. Рассмотрим его основные особенности и преимущества перед другими классическими выносами. На сегодняшний день этот вынос считается одним из самых технологически продуманных выносов BMX-индустрии. Иногда с классическими выносами возникают такие проблемы, как, например, деформация и трещины в корпусе. Это возникает из-за неравномерного затягивания болтов при фиксации руля или штока вилки. Вследствие этого нагрузка распределяется неравномерно и возникает деформация. В выносе Elementary 6 болтов заменены на 1 болт и систему клиньев, которые одновременно и, главное, равномерно затягивают и руль, и вилку. Вторая проблема классических выносов – это небольшой размер болтов, в результате чего срывается мелкая резьба в корпусе выноса, срываются грани под шестигранник, а зачастую и лопается сам болт. В выносе Elementary эта проблема решена одним большим 10-мм болтом с глубокой резьбой под большой 8-мм шестигранник, который идет в комплекте. Как мы видим, болты такого размера используются даже во втулках, где они испытывают гораздо большую нагрузку. Проблема недолговечности алюминиевой резьбы в корпусе выноса также решена. Odyssey внедрили в корпус спираль из высоколегированной стали. Все вышеперечисленные нововведения позволили сделать вынос Elementary максимально легким и не в ущерб прочности. Elementary считается одним из самых широких выносов в мире. Благодаря этому захватывается большая площадь руля, что делает фиксацию более надежной. А еще корпус выноса имеет мощные ребра жесткости там, где они необходимы. В пользу всех конструктивных особенностей говорит тот факт, что Elementary является первым запатентованным выносом в мире. Ну а теперь мы расскажем вам, как правильно установить вынос Elementary на велосипед. Для начала необходимо убедиться, что свободная часть штока вилки, куда девается вынос, не короче 36 мм. Таким образом, владельцам уже пиленных вилок стоит быть особенно внимательными. Итак, шаг первый. Вставляете руль в вынос и одеваете его на шток вилки. Более высокой гранью кверху. Напоминаем, что шток вилки должен быть углублен в вынос на величину от 1 до 3 мм. Чтобы достичь этого значения, пользуйтесь входящими в комплект проставочными кольцами. Затем берем предварительно смазанные хорошей густой смазкой прижимные пластины и вставляем их в вынос. Теперь берем клинья и предварительно смазанный болт и вставляем их в вынос. Слегка наживив болт в выносе, вставляем и затягиваем заранее смазанный регулировочный болт в шток вилки. Теперь выставите наклон у руля, как вам удобно. Отрегулируйте люфт. И затягивайте болт в выносе. Пожалуйста, пользуйтесь шестигранником, который идет в комплекте. Не используйте шестигранники с более длинным рычагом. А еще один из самых легких выносов можно сделать еще легче, заменив стальной болт на титановый болт Toy Bike. И не забывайте пользоваться инструкцией, которая идет в комплекте.